привет, Настя. Всем привет, ну а я же просто думала, ты... Так, ребята, да, у нас распаковка, значит, как я говорила, что ко мне приезжают родители, мы решили поменять скатерть старую на новую, вот купили новую. Нужно распаковывать, показывать или нет? Ну, как хочешь. Мне просто интересно. Я не в настроении, у меня такие сейчас проблемы с зубцентром, реально. Да, нужно будет помощь. Не то, что проблема, ну нет, но я, для меня это проблема. Проблема конкретная, я еще не говорю, что это только для тебя. Извините меня, 25 листов мне пришло. Будем рассказывать. Это уже в следующих видео, я сама пока ничего не понимаю. Ну, да, и потом. Нормально. Фу, воняет она. Ну, вроде нормально, симпатично. Ее выпрямит. Да, выпрямит. Короче, скатерть. Вот ты купила уже все. Давай, давай. Какие тяжелые. Это было покупки, были покупки в Мексмаркете. Так, смотрите, мороженое мы взяли, но мы взяли из того, что оно не так, ну как бы, я считаю, недорого стоит. 69, да? Ну, родители приехали. И родители, да. Родители и приехали. Ну, оно вкусное, да, вкусное. 69 центов. В этом Мексмаркет мы были. Купили. Вот такое советую, девочки, попробуйте. Ванильное, но оно реально вкусное, как будто там гущенка. Не ваниль, а гущенка. А, крем-брюле такое. Вкусно. Вот Аня тоже шоколадная понравилась. Я взяла клубничное. Ну, попробую отпускать. Сейчас в морозилку надо это закинуть, что растаяло. Хотя прохладно у нас. Так, смотрите, наша любимая капусточка тоже мы вам советуем. Вот Настя такая в настроении, у меня проблемы. Подожди, я делаю распаковку для ребят и рассказываю. Просто почему ты в обычных видео подожди, не потому такая что веселая? Им не нравится, когда мы грустим, поэтому я пытаюсь их веселить. Не то, что веселиться, нет. Ребят, я бомж, а нам веселиться. Напишите, вы едите такую капусту? Реально очень вкусно, когда чесночок добавляете, когда мы добавляем чесночок, подсолнечное масло. А ты говоришь, Аня, зачем ты взяла уксус? А, ну для да, капусты вот. Я взяла, для родителей лимонад, оболонь. Папа любит у нас лимонад, поэтому я решила взять. А и... это нам класс. Да, мы любим класс, мы полюбили. Чаек, я такой всегда был. Гринфилд чай, чай обычный до 3 евро. Вон. Это в Росмане мы с вами покупали на Ковзаме. Сейчас. Ну это я взяла, так мне надо, да, в чем-то ходить такое. Такие шортики 5 евро. Да. Такие непонятные. В чем-то? Ну это, не знаю. Нет. Уксус. Просто... Оцет на украинском, да, называется. Ну тут, конечно, не на украинском, но вообще называется оцет. Итак, я взяла, не сдержалась, такую вот чуку. Евро 70 она, потому что когда мы были в ресторане на дне рождения. Мне она очень понравилась, я за ней соскучилась, я ее любила в Украине, когда мы заказывали с Настей суши, мы всегда ее обожали. С арахисовой, что такое? Что? Ничего. Чего ты? Да какая арахис, вот. И этот, другой не было чуки, поэтому взяла такую. Да. Ну что да. Мне теперь делать? Так, давай дальше, что у нас? Я люблю. Чуку я люблю. Это просто взяли для картофеля, если будем запекать, пригодится нам. Пишите, кстати, кто-то любит вообще чуку или нет? Тут еще что-то. Конечно. Ага, вот, значит, мы хлеб особо не едим такой, но родители едят, поэтому пришлось взять что-то для них, такое наподобие батона. Ну, вот, да, он батон. Такой семейный. Микс-маркете, да, семейный. Так что пахнет, кстати. Ну, мама не ест хлеб, а папа ест. Грибы. Грибы. 400 грамм. Не помню, я взяла такую аджику минус 50%. Я надеюсь, что она вот. Давай попробуем нас. Так, давай, давай. Я же не открывала мне хорошую. Ну, я имею в виду, когда купила. Вот, ребята, смотрите, давай аккуратно. Она как по запаху, как сацебеля, но это не тот запах аджики. Вообще хочу купить этот, как он называется, боже, забыла. Хорошо. Хорошо. На папа такой делает. Нельзя, конечно. Ой, остренькая, хорошая.
Угу. С шашлыком вообще бомба. Mm-hmm. Ой, вкусная. Папа такую делает. Проверенный вариант. Хорошая. Ну, смотрите. Хорошая. По скидке вообще шикарно. Мы любим перебирать, поэтому... Когда хорошее, мы вам говорим, как оно есть. Правда вкусная. Да, говорим по правде. Так, орегано Аня взяла. Как называется вот эта штука, которая... Мясорубка, нет. Не миксер, господи, как они называются? Я не знаю. Короче, чтобы как сказать? Как она называется? Я забыла, ладно. Чтобы можно было сделать отжимку. Орегано. Бананы. Фрукты для стола нужны. Вот это по акции, чтобы, ну, на стол, вы поняли. Это может быть вкусное, кстати. Кстати, вкусное. Документы, да? Помидоры для салата. Обычные не буду я вообще ничего, не хочу я никаких листьев. Ой, так дальше. Картошку. Картофель взяла, буду пюрешечку сделаю. Спрашивала родители, что вы хотите, ничего. Горячие они не хотят, больше они не хотят, суп они не хотят. Поэтому взяла. Пюре сварим, и у нас будет очень вкусное сливки, сыр и филешечка. Это же мое блюдо. И грибы, да. Поэтому... Это Аня, да. Когда-то меня кормила, выкормила. Тенчик. Сырок для соуса этого всего. Ну, огурок. Огурок. Уже скидок нет, уже 60%. Какая у вас закупка? Да, уже. Больше ничего нет, да? Ой, в общем, в Миксмаркете 28 евро, не в Альде, в сколько? Ой, 16. Ну и десятка шорты и это скатерть. А, скатерть. В общем, да. В общей сложности сколько? 55, да, получается? Да, что там да. В общем, как-то так же. У нас надо мороженое в морозилку. Да, сейчас закинем мороженым. Будем сейчас разбираться, значит, с письмами сначала. Сейчас будем всем кому угодно писать, кто в этом. Да я уже отправила, я уже и Петя отправила. Ой, и Кевину. Честно. Не знаю, очень сейчас нужна помощь реально человека, который разбирается в немецком и вообще понимает, как все правильно там заполнить, да. Поступить с этим всем. Потому что у меня реально, ну, я нервничаю очень. Ну, понятно. Вот. А так будем сегодня размораживать, в общем, холодильник, все тут горочка домывать. Будет полным ходом, будет еще расти, потому что тут нормально мы не делаем. А потом я вам еще покажу, что нам передала Людмила, там набор посуды, ну, в общем, все покажу. Да. Сейчас будем все складывать, надо мороженое расставила. Вот такие вот стаканчики нам передала Люда. Рюмочки, это все новые наборы, глубокие тарелки, обычные тарелки, все это наборы новые, то есть 6 штук. Тарелок глубоких, обычных, 6 стаканов и 6 рюмок. И вот такие вот мы что тогда 2 чашечки купили для мамы и папы Настиных. На эту штучку я купила, когда буду курить, здесь буду пшикать. Ну и буду стараться курить прям в окно, чтобы им не воняло, потому что они не курящие, никогда в жизни не курили. Также вот комната. Стол сюда Настя поставила. Мне нравится эта скатерть. Что? Какая-то мошка летает. Ну что, хожу, я видео снимаю. Аня, кричишь у меня. Видео. А, смотрите. Настя, ну я просто хочу показать. Я на подушке сейчас напишет, как вы все составили. Нет, просто... Ну это же мы... Это же нам Люда тоже отдала новое постельное. Мы перестирали. Мы на нем сколько? Три, наверное. Не помню. Оно чистенькое, все нормально, все постирано, все прекрасно. Ну и вот тут тоже Люда передала эти зубочистки, конфеты. Что? Кстати, я все узнала, откуда эти конфеты. Это что? Ну, откуда? Ты тоже не знаешь? Нет. А, я тебе забыла сказать. Нет. Это производитель Тернополь город. Город в Украине Тернополь. Ну, все равно я не вот знаю, здесь почему. Кресло, Настя. Тык-тык. Отсюда. Здесь цветочек будет стоять. Тут, если что, вдруг чего, вентилятор. А ручка, кстати говоря, почему-то не приделалась и отпала. Ну, бог с ней, ничего страшного. Так, шкаф пустой. Там полочки им есть. Все отлично. В общем, как-то так. Сейчас я буду красить Настю. Показываю результат, как покрасила Настю. И будем ложиться спать и завтра выдвигаться. Честно, не знаю, будут ли влоги.
надеюсь, что что-то оно будет выходить, потому как не хочется надолго вас покидать. Настя меня торопит, торопит, торопит. Все, я пошла. Ой, у нас новый день. Вот Настины волосы, как я покрасила. Честно, покрасила в этот раз я печально. Потому что мы делали это в темноте. Я не специально. Мы уже на вокзале. Цветы не успели купить, потому что, представляете, что? Ага. Автобус вчера опоздал на 1.5 часа. А сегодня он приехал раньше на 3 часа. Да. И мы вообще в шоке проснулись. Ни в этот не успели никуда, потому что, ну, ждут же, так что цветы Настя купит этот, ну, когда в магазин одна уйдет. Что звучит, когда одна уйдет? Ну, понятно, что обидно. Планировала одно, но, блин, ну, просто по времени вообще не успеваем никак. Понятно. Все, солнце уже голос. Солнце уже светит, уже надо свои, как там, люди. Сейчас у нас через 12 минут автобус. О, с этими письмами у меня много проблем. Вообще, я в шоке просто. Не хочу даже думать об этом. Еще пришел долг за свет почему-то за 3 месяца. Да. 57 евро. В общем, придется платить опять. Ну, короче, как говорится, одной рукой дают, а другой забирают. Одной рукой дают, двумя забирают. Ну, так двумя говорят. Забирают. Ладно. Ну, как-то так. Будем стараться. Погода, кстати, ничего, да? Погода, да, нормально. Мне сейчас такое нравится. Типа и ветерок, и солнце. Ну, типа, утро, потому что. И не жарко, да. Надеюсь, нормально будет. А, я думаю, что мы включимся все равно, Аня. Не знаю. С родителями, да? Не знаю. В смысле, что ты не сможешь снимать? Как я буду снимать? Вот так. Встала и снимаешь. Ладно, разберемся. Ну, наверное, я не знаю, на этом, может, видео и закончится это. Это ты хочешь закончить? Наверное. Хорошо. Что, все, ребята, всем пока. Да, пишите комментарии, пожалуйста, не забывайте лайкать видео и подписываться на канал. Все, всех любим и целуем. Пока.